Здравствуйте! В студии Елена Кузовкина и в ближайшие 10 минут о некоторых событиях дня. Смотрите в этом эфире. Дорога в большой спорт может стать бездорожьем. Нам надо работать с предметами, а мы не можем работать, потому что потолки очень низкие. Почему юные гимнастки Новоалтайска боятся прыгнуть выше головы? Миллиметры. За несколько месяцев едва не сделали 14-летнюю девочку инвалидом. Это вот шейное ребро, видите, вот оно. Вот слева оно такое длинное. Уникальную операцию провели барнаульские врачи. «Динамо» – ну просто машина. Как барнаульским хоккеистам удалось попасть в финал главных игр сезона. Ну что ж, рабочая неделя подходит к завершению. Впереди целых 5 выходных дней. Кстати, по прогнозам синоптиков, погода будет достаточно комфортной для прогулок и активного отдыха, как и чем можно будет развлечь себя. Сейчас коротко расскажу о некоторых мероприятиях. Очень насыщенным станет 1 мая. Впервые в краевой столице состоится монстрация. Это шествие с забавными, даже абсурдными лозунгами. Акция помимо Барнаула пройдет в 30 городах. В краевой столице она стартует в полдень. Колонна будет двигаться по нечетной стороне улицы Малахова от Антона Петрова до остановки Универсам и обратно. Участие может принять любой желающий. 1 мая выйдут на свою акцию по традиции профсоюзы. Шествие стартует от Дома Союзов в 9 утра. Митинг на площади Сахарова пройдет в 10 часов. Опять же, по традиции, в Барнауле 1 мая начинается парковый сезон. В Эдельвейсе, например, 4 числа пройдет Всероссийский фестиваль красок. Очень яркое событие. Начало в 17:00, а в 9 вечера здесь же состоится фестиваль воздушных шаров. В День солнца 3 мая на территории Барнаульского планетария, правда, если позволит погода, можно будет понаблюдать в телескоп за главной звездой – Солнцем. 5 мая интересно и душевно будет на главной площади поселка Южный. В 12:00 здесь начнется благотворительная акция «Добрый пес». Есть возможность не только пообщаться с собаками, но и сфотографироваться с животными. Это лишь часть мероприятий на ближайшие выходные. Ну а если вы собираетесь на природу, будьте предельно внимательными и не забывайте, что в крае продолжается пожароопасный сезон. А вот гимнасткам из Новоалтайска не до отдыха. Сейчас они активно готовятся к региональным соревнованиям, которые состоятся уже 3 мая в Барнауле. Но тренироваться юные спортсмены вынуждены в неподходящих для этого условиях. С подробностями моя коллега Дарья Эйдемиллер. Эти прыжки – часть программы спортсменов Екатерины Шестаковой. Сейчас они готовятся к соревнованиям. 3 мая поедут в Барнаул, надеются получить свои первые награды. Уровня их подготовки пока достаточно, но со временем гимнасткам будет все сложнее составлять конкуренцию. И главная причина – зал для тренировок. Здесь нужны потолки, а их нет. Ну, то есть высота потолков более 5 метров. Третье. Нежелательно вот такие вот балки, потому как площадка должна быть общая 14/14 для девочек художественной гимнастики. Вот. И пол покрытия нужно тоже, чтобы было деревянное. Сейчас три группы гимнасток занимаются в этом зале. Это коммерческое помещение. За его аренду просят 100 тысяч в месяц. Занятия тут проходят каждый день. Клуб работает в убыток. Для профессионального спорта помещение не предназначено. Низкие потолки, кафель на полу и колонны. Такие условия еще как-то подходят для занятий с малышами, но старшим девочкам здесь уже тесно. Для наших детей, вот 11-леток, конечно, не хватает. Нам надо работать с предметами, а мы не можем работать, потому что потолки очень низкие. Занимаемся только без предмета пока что. Конечно, хочется, чтобы нам что-то выделил город. Хотя бы спортзал в школе. Кстати, к администрации Новоалтайска руководитель коллектива обращалась уже не раз. Место для тренировок она ищет с 2015 года. В мэрии города Спутника нам ответили, что письма видели и с тренером свяжутся. Но пока... Тяни носочки. Выпрямляй. Наверх. Выпрямляй сюда. 7, 8. И в окошко. 1, 2. Клуб открылся месяц назад. Еще месяца нет. И ну, за этот месяц довольно-таки уже много они научились чему. Екатерина Викторовна, она как тренер вообще, ну, профессионал своего дела.
Екатерина Шестакова – мастер спорта по художественной гимнастике Республики Казахстан. Она тренировала спортсменок в Якутске, многие из них добились успеха. Нынешний родитель ее воспитанниц тоже настроены серьезно. Для многих грядущие соревнования по гимнастике – дорога в профессиональный спорт. И если не вмешаются ответственные взрослые, для детей эта дорога может стать бездорожьем. Дарья Демиллер, Николай Шилко. День с толком. Героине нашего следующего сюжета о спортивных достижениях думать рано. Девушка учится заново писать. У нее был так называемый синдром выхода из грудной клетки. Это когда у человека появляется добавочное шейное ребро. Это довольно редкая аномалия, а значит, каждая подобная операция сложная. Ее провели барнаульские врачи и успешно. Вот шейное ребро, видите, вот оно. Вот слева оно такое длинное. Врач на ребрах объясняет, что значит синдром выхода из грудной клетки. На снимках это миллиметры добавочной длины, которые за несколько месяцев едва не сделали 14-летнюю девочку инвалидом. Тогда у меня уже не работала левая рука, отчасти не работала правая рука. То есть я и могла двигать, я могла что-то делать, но я не могла писать, потому что это было больно. Выявили это только в феврале. Абсолютно случайно. Да, сделали снимок, чтобы все-таки определить, от чего у нас головные боли. Врачи поясняют, что поставить верный диагноз было непросто. Головные боли у подростков не редкость, а добавочное шейное ребро, наоборот, редкость. За 20 лет хирург Арсен Осипов встречал единицы пациентов с подобной патологией, но этот случай еще более уникальный. Мы впервые оперировали слева, потому что раньше вот таких больных мы оперировали, наверное, человек всего 6. Все были девочки, но все были справа. Справа легче, потому что справа нет грудного лимфатического протока, а слева как раз там рядышком попадает довольно мощный сосуд, который, повреждение которого может привести к фатальному исходу. Дело в том, что операционное поле при таком вмешательстве около 2 сантиметров. И подобным манипуляциям врачи учатся лишь на собственном опыте из-за недостатка практики. По словам Осипова, все операции были сложными, но, к счастью, без осложнений. А вот так можно делать? Нет, вот так. Нет. Можешь. Так пока обманывать. Не совсем слушается. Нет, она будет работать. И будет работать. Ульяна скоро начнет усиленные тренировки, ведь нужно снова научиться писать. А к лету обещает встать на ролики. Анастасия Дороган, Дарья Эйдемиллер, Александр Антропов. День с толком. К лету. Должен порадовать своей красотой двор на улице Энергетиков. Там прошла акция по озеленению. Как посадка деревьев может превратиться в дворовый праздник? Смотрите в нашем сюжете. Для жителей комплекса времена года никакая погода не страшна. Несмотря на выпавший снег, за день посадили около 50 семейных деревьев. Все как полагается, с фамильными табличками. Так организатор акции из строительной компании «Союз» и управляющей компании «Взлетная» захотели сплотить между собой соседей и положить начало традиции. Кажется, получилось. Ну, конечно, будем ухаживать за этим деревом. Ну, конечно, хочется внести свою лепту в это мероприятие прекрасное. Хотелось поучаствовать и тоже, чтобы осталась память добрая, скажем так, от нашей семьи. Взрослые озеленяли, дети танцевали с аниматорами, а потом все вместе грелись у полевой кухни. И цель не просто веселье. Новое веяние урбанистика, которое так активно продвигает видеоблогер Илья Варламов, подразумевает, что современные городские районы должны быть пространством для удобной и счастливой жизни. Этого и добивается строительная компания «Союз». Общение с людьми, такие мероприятия, ну это вообще, конечно, замечательно. Жильцы у нас очень довольны. Они вносят уже свои какие-то предложения. И «Союз», кстати, рассматривает это и берет себе на вооружение. То есть она не просто сдал, да, и забыл, нет. Он постоянно какие-то вот мероприятия, какие-то еще дополнительные финансовые вложения делает постоянно. Развивать уже построенные проекты строительная компания «Союз» планирует и дальше. Например, такие озеленения жилого комплекса «Времена года» устраивает уже не в первый раз и планирует сделать их традицией. Продолжим. Апрельский кураж прошел в Барнауле. Самые мощные внедорожники состязались в преодолении грязевых, песчаных и водных барьеров. Дополнительным испытанием для машин стал неожиданно выпавший снег. На сложных трассах показали себя и автомобили для городской комфортной езды. Настоящий зверь. Тот случай, когда банальная метафора подходит как нельзя лучше. Это про Isuzu D-Max, рамный внедорожник с дизельным двигателем от 5-тонного грузовика.
усиленная рама, прочный редуктор, трансмиссия от японской компании Asin. В данном автомобиле, поставляемом на российский рынок, применена улучшенная шумоизоляция салона, подкапотного отсека. Также автомобиль имеет штатную подготовку режима эксплуатации до минус 30 градусов Цельсия. То есть это прописано прямо в сервисной книжке, чем не может похвастаться, в принципе, практически ни один конкурент. У внедорожника Isuzu D-Max улучшенная трансмиссия и большие ходы подвески, что позволяет ему уверенно преодолевать бездорожье. Кроме названных плюсов, экономичное содержание, 5-летняя гарантия и большой межсервисный пробег – 20 тысяч километров. Самое главное – цена. Если легковой автомобиль B-класса максимальной комплектации сегодня стоит около 1,5 миллиона рублей, то рамный внедорожник Isuzu D-Max стартовой комплектации доступен уже от 2 миллионов. Записывайтесь на тест-драйв в Барнауле в компании «Триал». Много информации из мира спорта. Игроки хоккейного клуба «Динамо Алтай» триумфально пробились в финал всероссийского первенства. Там им предстоит встретиться с оппонентами из Челябинска. Матч начнется через несколько часов. Подробнее далее. До этого барнаульцы буквально размазали по льду соперников из Санкт-Петербурга за счетом 10-2 и оказались сильнее в полуфинале, который получился сибирским. Играли против Новокузнецка. Долгое время на табло горели нули, команды обменивались опасными атаками. Лишь в третьем периоде динамовцам Никите Денисову и Максиму Машошину удалось распечатать рамку столиваров. В другом полуфинале челябинцы без особого труда буквально на одном коньке обыграли тимирязевских зубров из Москвы. Счет выглядит просто неприличным. 11-0. В результате представители Новокузнецка и столицы России поборются за бронзу, барнаульцы за золото. Кирилл Политов, «День с толком». Через несколько секунд о погоде, спонсор прогноза компании «Эвалар». А у меня на этом все новости. До встречи в эфире в 19:30.